Жители Королёва требуют прекратить строительство детских садов. Ситуация кажется абсурдной, но лишь на первый взгляд. Новые садики пытаются втиснуть в небольшие дворы. И для прогулок места уже не остается. В Королёв выехал Александр Карпов. Плакаты «СОС» у нас отбирают двор. На балконах и окнах в подмосковном Королёве как последний жест отчаяния. Власти города Королёв обманывают жителей города, обманывают жителей этого дома. Королёвцы утверждают, дворы уничтожают под предлогом реконструкции детсадов. При этом как раз детей и инвалидов лишают прогулок. Но сейчас в результате я буду сидеть дома. Почему в администрации Королёва все отрицают? Никакого разговора нет о том, что у кого-то кто-то что-то где-то отбирает. По иронии судьбы, на месте нынешней администрации Королёва когда-то были детские ясли. Теперь здесь сидят чиновники, которые, не покладая рук, борются с недостатком детских учреждений в городе. Что за фирма получила сотни миллионов рублей из бюджета на строительство? И какое отношение к ней имеют отцы города? Расскажем в большом выпуске «Вестей» в 20 часов.